Так, всем привет. У нас сегодня машинка Nissan P12, Nissan Primera P12, 2.2 DCI. Меняем топливный фильтр. Это старый. Вот его состояние, собственно. Ну, он прошел 15 тысяч. А это новый фильтр. По цвету другой. Тоже made in Argentina. Аргентина, да? Вон Аргентина. Ман фильтр. Это новенький у нас. Вроде как проверенный источник. Оригинал. Ну, это не самое важное. Самое важное — это снять его, да? Значит, мы с товарищем что хотели сделать? Мы хотели сначала снять эту пластиковую крышку, снять дворники и тот дворник. И хотели снять. Ничего у нас, короче, не вышло. Мы решили не долбаться. Мы сняли вот эту баклушу. Отсюда вот ее. Это место для воздушного фильтра. Открутили хомут, сняли, убрали в сторону. Потом мы отключили патрубок. Вот патрубок, отключили его оттуда с красного, где колпачок. И отключили вот с этого вот пиптика вот эту шлангу, подачу с бака. И достали ее прямо вот отсюда, достали и положили сюда ее. Потом мы взяли, где наш быстросъем? Вот такой вот быстросъем. Он не родной, конечно, но он такой, называется крабовидный такой самозажимающийся ключ. Подложили туда тряпку, обмотавший этот фильтр, вот это тут основание. И с Божьей помощью мы его вывинтили. Вот. И сейчас будем ставить новый фильтр. Этот фильтр будем ставить, вот этот ман. Будем ставить на вот это место. Предварительно эту резиночку мы смажем двухтактным маслом чистым, дабы не было задиров и заломов разных. И потом зайдем в машинку, развоздушим, закачаем насосом и увидим, что будет дальше. Пока пауза. Значит, по поводу, мы уже поставили в эту вот в основание фильтр наш. Тут есть инструкция, смотрите. И нам зажимали ключом. Покажи. Мастера. Вот тут поцарапали его, покоцали, погнули его. Вот. Мы, вот видите, как даже такой удар был, ну такой, значительный, можно сказать. Тяжело. А что мы по инструкции видим? Тут вот инструкции придерживаться, потом не выбрасывать мусорку, маслом смазать его, первый шаг. Второй шаг, закрутить рукой, закрутить на плюс 3/4, закрутить. Поставить в это, ну, как бы, вот, поставить его на место и прокрутить, короче говоря, то есть, как мы понимаем, это зажигание. Ну, зажиганием покрутить, чтобы воздух ушел. Все, вот эти шаги. Никаких ключей здесь не нужно. Зажимаешь просто руками тщательно, крепко, чтобы фильтр стоял на своем месте. Все, никаких ключей не нужно здесь. Вот что мы, как бы, какой деталью хотели поделиться. Сейчас ставим на место, пробуем заводить машину. Так, итак, мы поставили фильтр на место. Там две шпильки, вдалеке видно. Раз, два, и головочка на 10, головочка на 10 удлиненная, и легким усилием, не надо зажимать сильно его, это фильтр, ставим на место и подключаем к системе, к этому вот красному кусочечку, вот этому. Предварительно стравливая воздух, закачаем сейчас фильтр этим вот насосиком, закачаем солярку. Пока пауза. Итак, я сяду за баранку. Итак, мы подсоединили подачу на насос и прокачали, тихоочка, прокачали этим пиптиком, насосиком, закачали и развоздушили. Вон там вдалеке он. Сейчас собираем воздухочистители, потом все подсоединяем, фишечки подсоединяем, подсоединяем вот эти все карт для этих, для масляные шлангочки, и пытаемся заводить. Так что еще пока пауза.